Блин, на последний. Так, блядь. Я посмотрю, когда все люди стоят и смотрят, это же не стесняться. Не смотрите, пожалуйста. Вообще, вчера даже я хотел отметить тот факт. Можно я буду стоять красиво улыбаться, потому что я красивая? Но молчать. Кто тебе это сказал? Всем привет, я Аня, это Костя Ставр, мы сейчас в Казани. На чемпионате России по киберфутболу. Итак, ребята сейчас возьмутся за настройки хорошей игры, и я надеюсь, она тебе понравится, так что устраивайся удобно. И тут он не обыграл Шернука. Капитан команды, член атаку Локомотива, Игорь Портяки по центру. Справа земляка, это не прямой скоб, господи! Здесь, конечно, не дружат, это сделать, потому что... Эмоции просто забегаемые. Просто жесть, что творится. Это надо присутствовать, чтобы что-то понять. Тащи! Тащи! Московского локомотива и нужно выносить.